Таразе прошло заседание по проекту под названием «Бұртас Коғам, Келесім және Сенім», где аким области Ербол Карашукеев и другие представители власти подвели итоги и поделились результатами данного проекта. О чем говорилось на заседании, смотрите далее. В рамках проекта были проведены встречи с населением, на которых обсуждались важные вопросы, такие как состояние государственных служб, проблемы в этническом комплексе, качество медицинских услуг и вопросы, связанные с землей. Особенно остро стояли проблемы, связанные с отсутствием страховки для медучреждений и недостаточным качеством медицинского обслуживания. Есть проект «Единое общество», «Согласие и вера». Этот проект уже реализуется в области у нас в пилотном режиме. Организованы были консультации, семинары, тренинги по продвижению культуры доверия, государственной политики в сфере межэтнических отношений, укрепления единства и согласия в обществе. Данный значимый проект получает положительную оценку со стороны жамбылцев. За 2 месяца команда проекта объехала все районы Жамбылской области, включая 32 населенных пункта. Выступавшие на сессии подчеркнули, что главной задачей проекта является обеспечение спокойствия в стране. Основное внимание на заседании было уделено взаимному уважению и необходимости его укрепления. В ходе встречи с населением было очень много вопросов, которые мы доведем до вас в свое время. Учитывая ограниченное время, хотел бы остановиться на 2 вопросах. Это качественное медицинское обслуживание. У многих людей нет обязательного медицинского страхования, поэтому они не могут получить какое-то лечение. Многие даже сегодня не в курсе об обязательных медицинских страхованиях. Заседание Ассамблеи продемонстрировало стремление к гармонизации общественных отношений и решению насущных проблем, что является важным шагом к укреплению общественной сплоченности и улучшению качества жизни граждан. Лейла Абдюмаликова, Ермек Кеншимбек, Айхнахпарат.